Это что, конфеты? Провести меня захотели? Скоро премьера начнется. Ой, а вот и первые зрители пришли. Здравствуйте. Вот наши билетики. Так, с билетами все хорошо. А это у вас что с собой? Чипсы. Сладости. Водичка. А что? У меня игрушка. Гужицу. А у нас нельзя со своими сладостями? А ну-ка быстренько отсюда. Что вы же билеты купили? А с этого можно? Можно, но без взрослых одной нельзя. Со сладостями, а мне потом штрафы плати. Да ни за что, в буфете покупают, пускай. Нечестно, почему я не могу взять с собой сладости? У них просто сумасшедшие цены на еду. Простому школьнику не по карману. Смотрите, а рептах может брызгаться. Поля! Стоп, Поля! А что это у тебя за игрушка? Я знаю, это Гуджица Рептавр. Поль, а он у тебя один? Мама мне купила аж 4. Ребят, вы думаете о том, о чем и я? Он как из желе. Точно! А упаковка есть от него? У меня есть одна идейка. Ну вот, готово. Глюкозный сироп? Контролеру скажем, что это демонстрация его наполнения. Наглядно. Точно! Гигабивню можно наклеить круглые конфетки. Так как у него внутри шарики. А золотому Блейзагот и Рок Джо наклеим Скитлз. Ура! Кино! Я буду мамой, а Полина моей дочкой. Сладостей нету? Проходите, проходите, пожалуйста, пожалуйста. Добрый день, вы на премьеру? Да, вот наши билетики. А это ваша дочка? Ну да, моя. А это что у нее в руках? Вы что, не знаете? Это же крутые игрушки Гуджицу. Они тянутся в 3 раза и развивают моторику. А еще они брызгаются водой. Это водная атака. А зачем ей так много? Она хочет собрать всю коллекцию. Точно! Я знаю эти игрушки. Можно одну посмотреть? Нет, не трогайте своими руками. Это не для вас. И странные наклейки на них. Это что? Это демонстрация наполнения. Например, у Рок Джо внутри арбизы. Ну и они наклеены на упаковке и показаны. А у этих глюкозный сироп и твердые шарики. Какие-то странные арбизы. Мама, мою Гуджицу! А ну-ка отдайте! Ой, ладно, ладно, проходите. Хорошая была идея пронести сладости на упаковку в Гуджицу. И у нас все получилось. Теперь у меня крутая идея, как пронести сладости в кинотеатр. Какая? Ну завтра какой праздник? День влюбленных, и что? А вот что! Букет из конфет. Точно, устроим свидание. А я заплету косички из маршмеллоу. А я что, без сладостей буду? Будешь моим телохранителем. Наденешь карамельные очки. Точно, настоящая карамель. Премьера вот-вот начнется, а ее все нет. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for.
Настя, это тебе. Спасибо. Какие красивые у тебя косички. Ой, самой так нравится. Мы на премьеру. Вот наши билетики. Ой, какие же у вас красивые цветы. Только пахнут странно. Спасибо. А это что с вами за тип такой подозрительный? А это наш телохранитель. Ой, у него очки чем-то заляпаны. Вы что? Очки — это его больное место. Он очень злится, когда трогает очки. Так что лучше не трогать. Ой, проходите, проходите. Класс, карамель. Хотите лизнуть мои очки? Ой, нет, спасибо. В этот раз нам тоже повезло пронести сладости в кинотеатр. Теперь у меня очень классная идея. И? Возьмем Полины гуджитсу и притворимся командой с турнира. С игрушками? Это же не игрушки, а участники, чей растянется лучше. Или чей брызнет дальше водой. Хватит! Наденем все одинаковые футболки. А гуджитсу спрячем конфеты. А конфеты мы-то куда положим? Так у них же одежда снимается. Под одежду и спрячем. Супер! Команда, пришли к вам на премьеру. А это у вас что, гуджитсу? Да, они самые. Вау, класс! А можно подержать? Какие они классные! Это же Рок Джо! А это Блейзагод золотой! Они такие приятные на ощупь! В этом наполнение золотой слайм, а в этом арбизы! Ой, потяну вот этого золотого. Нет, нет. Красавчик. Это что, конфеты? Провести меня захотели? А ну вон из моего кинотеатра. Киш, киш, быстренько, быстренько. Сладости носят, а мне потом штрафы плати. Не бывать этому. Ребят, а вы носите сладости в кинотеатр? Поставь лайк, если хочешь еще одну серию. И подпишись, чтобы не пропустить ее. Another called off date. We never seem to get it right.